Вітаю вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Тарашевська. Як іноді народжуються вірші, ми поцікавимось в нашій сьогоднішній програмі. І дізнаємось, в чому полягає сенс життя на думку поетів і музикантів. Я йшла по городу, бачила небо красне, вдруг хойте хіммель зім дилідер, он дас фройд міг, откуда это? К себе самому найти дорогу. Вот жизнь и суть. Жизнь настолько стала схематично компьютеризирована, скоростна, что вот этот глоток поэзии – это как глоток самой жизни. І сьогодні, друзі, ми пропонуємо вам вдихнути життя, що сповнена поезії і музики, разом з нашою сьогоднішньою героїнею, викладачем Миколаївського державного вищого музичного училища Маріною Матвієвою. Днями в Миколаєві відбувся її творчий вечір, на якому побували і ми, і дізнались, як єднаються поезія і музика. Є замечательная книга «Постижение любви». Посмотрите, телезрители, какая она красивая. Марина Матвеева. Вот книга вышла еще в 2000 году. Стихи, которые мне показалось, что могут быть полезными людям, нужными людям, они начали появляться где-то с 90-х годов. А до этого они были всю жизнь. С самого маленького возраста я складывала эти слоги, они какие-то были музыкальные, как-то ритмически организовывались. Потом были детские стихи. Конечно же, я их никому не показывала. И вдруг однажды я поняла, вот где-то в 90-е годы, что вот эти стихи, которые стали ко мне приходить, во-первых, они меня будили ночью, мне приходилось держать карандаш у подушки, что-то записывать. Прямо будили ночью? Прямо будили ночью, они мне снились, и мне приходилось с просонок записывать их. Потом, когда наутро я читала, я понимала, что в них есть какой-то смысл, который мне давал еще какую-то пищу вот, для внутреннего, может, роста или какого-то преодоления, даже не знаю, становления. А потом я смелела и начала читать стихи людям. И когда я увидела отклик, я поняла, что нужно издавать книгу, потому что все стали просить ее, просить, чтобы стихи были напечатаны. Ну, в общем, наверное, так. И еще я пыталась понять, откуда они берутся. Вы знаете, я даже до сих пор помню, когда я шла по Лягина, там эти потрясающие платаны. И вот я иду и слышу, что появляется вот этот стих. И я думаю, как же, я должна понять, как он появляется. И я сообразила, что он появляется из музыки. То есть это сначала ритма, интонация, не оформленная в слова. Это какое-то завывание. Вот не случайно говорят, поэты поют, да, когда читают, потому что это на самом деле музыка. И вдруг они стали образовываться в слова. И когда я поняла, что эти слова – это ритм и рифма, и еще и смысл, а смысл я обычно понимаю потом. Вот я их записываю со звука. Представляете? Нет. А потом оказывается, что это смысл. Но так не пишут поэты профессиональные, я знаю. Потому что поэтов учат. Да, у них есть какая-то теория, есть правила, которые обязательно должны соблюдать при написании стихов. Да. Вы вне. Вне. У меня даже был один стих, я его писала на Кинбургской косе, и мы там под палящим этим солнцем, и я что-то в строчку писала в тетрадке. И когда потом я поняла, это оказалось 11 стишия, и что это вообще-то стихи, а хотя и были записаны в строчку. И также я услышала два немецких стиха. На немецком языке? На немецком языке, и потом я перевела и поняла, что там есть смысл. Подождите, вы к вам пришли стихи на слова немецком языке? Слова на немецком языке пришли. Вы учили немецкий язык? Ну да, конечно. Ага, это я благодарна своему папе, он со мной с детства разговаривал, там 4 лет, и, конечно, это у меня был как-то он близок мне этот язык, потом я учила всю жизнь. Но я же не собиралась это делать, я шла по городу. Видела небо красное, вдруг какой-то химмель зим дилидер, он дас фройд мих, откуда это? Ну, я быстро давай остановилась. Ничего себе. Да, вот так вот. А вообще, казалось бы, вы такая творчество. Поэтичная натура, вы музыкант, вы поэтесса, и стихи на немецком языке. Я понимаю, что немецкий язык красивый, но он достаточно жесткий, да? И такой, да. Он марширующий. Тем не менее, это язык Баха, Бетховена, да. Моцарта, Гайдна, великих, Вагнера, да. Мариночка, и мне хотелось бы, чтобы телезрители наши услышали одно из ваших стихотворений и насладились музыкой этих поэтичных слов и строк. Вы знаете, я тогда прочитаю стихотворение, которое
В 2012 году на международной интернет-премии был конкурс такой международный, назывался «На благо мира». Туда входили произведения, которые отбирала сначала интернет-голосование, потом высокая комиссия, там был Арцебашев, Боярский и так далее. Они отбирали из 10 выбранных стихотворений всего 3. Это стихотворение получило там третий приз. И я вот его, наверное, прочитаю. Читайте. «Пусть будет душа мудра, пусть будет любовь чиста, пусть будет светло с утра, чтоб день прочитать с листа, чтоб жизнь научилась петь, когда самый трудный миг, и чтобы понять, успеть все то, что пока не постиг. Пусть будет весь мир един, и в нем что чужой, что свой, ведь ты все равно один дорогой идешь земной. И только огонь свечи, что в сердце горит твоем, тебя приведет в ночи в отцовский родимый дом. К себе самому найти дорогу, вот жизнь и суть, и нет здесь трудней пути. И все же нельзя свернуть, идти, побеждая страх, с обыденностью вразрез, нести на своих плечах достоинством мощный крест, чтоб рано когда-то встать, покуда горит звезда, и просто счастливым стать однажды и навсегда». Ну вот, так здорово, правда, телезрители? Здорово, Марина. Но для того, чтобы написать такое стихотворение, тут мало одного умения, все действительно такое, такие стихи приходят свыше. Я согласна с вами. Проживание какое-то, да. Да. Просто проживание. Потому что вы охватываете человеческую жизнь от рождения и до ее логического завершения и обозначаете главные вехи жизненного пути. Вы знаете, так вы философ, подождите. Мы представляем нашим телезрителям Марину Матвееву как поэтессу, музыканта. Но нет, друзья мои, это философ. Ну, вы понимаете, сейчас как раз именно этого не хватает. Жизнь настолько стала схематично компьютеризирована, скоростна, что вот этот глоток поэзии – это как глоток самой жизни. Вот этот момент остановиться, побыть в тишине и получить вот это чувство красоты через искусство, через стихи, не знаю, через живопись. Вот я была на выставке недавно, открыла живопись Кинбурна, посвящена, замечательно все. Настолько это сейчас нужно людям, потому что именно это открывает, знаете, дверь в какое-то другое пространство, вот как любовь. У меня очень много стихов о любви, потому что именно любовь открывает нам дверь вот в какой-то иной мир, в мир счастья внутри себя, которое не зависит от того, что происходит внешне, хотя внешне может проходить довольно сложные вещи с нами. Но тем не менее внешние факторы все равно как-то влияют на человека, правда? Конечно. Конечно, влияют. И они могут его и с одной стороны и погубить, а с другой стороны возвысить. Или не могут внешние факторы так повлиять? Так бывает, так есть. И так всегда было. Вся история человечества, мы видим, это история страданий, войн, испытаний, преодолений. Но те вот люди, которые я всегда у них пыталась учиться, у святых, во-первых, а во-вторых, у тех, которые стяжали такой высокий дух. Это и в искусстве, и в науке, и в каких-то, не знаю, преодолениях, героизме, может быть, внутреннем. А просто вот если ты живешь и даришь любовь, когда вокруг очень сложная ситуация, это ведь тоже требует многих усилий. Вот о любви будет много стихов, вы сможете тоже их слышать. Но прежде чем стихи о любви, мне кажется, что нужно сейчас предложить нашим телезрителям явить вас и как музыканта, как пианиста, правда, Марина? Чтобы наши телезрители не думали, что мы голословны. Мы всегда говорим только правду. Итак, мы слушаем Марину Матвееву. Thank you.
Мариночка, вы говорили, что немецкий язык – это язык Баха, это язык таких маститых композиторов, и в вашем исполнении Бах – это мощь, это сила, даже несмотря на то, что вы не играете на органе, а играете на рояле. Но еще вы и импровизируете. Для музыканта импровизация – это необходимость или это потребность души? Я бы сказала, знаете, фразу, которая в стихах мне очень нравится. «Стихи не пишутся, стихи случаются», – сказал известный поэт. И вот я бы сказала это же о музыке, что музыка, она случается, она откуда-то тоже берется. Но, вы знаете, каждый человек импровизирует. Когда мы встречаемся друг с другом, когда мы приходим в какое-то место или просто подбираем слова для того, чтобы выразить свою мысль, это чистой воды импровизация. Мы, люди, обладаем этим даром от рождения. Если мы открыты друг другу, если мы несем вот это вот доверие, не знаю, человеку, самой Вселенной, обстоятельствам, Богу, в конце концов, это как главное, да? Да, это в первую очередь. И получается, что у нас импровизация становится какая-то близкая к творению, потому что это и есть творение. И, конечно, в музыке всегда сложно, потому что время ограничено. И часто бывает так, что человек и в речах, он не знает, когда остановиться. И вот это, ну, особый дар – знать, когда ты начинаешь, разовьешь эту мысль, закончишь. Ну, в общем, это дар импровизатора. Но все равно никогда не знаешь, как получится. Ну, в принципе, как вот, судя по вашим словам, то, наверное, все люди в какой-то мере импровизаторы, да? Да, я глубоко убеждена в этом. Дети – импровизаторы. Будьте как дети, помните, когда сказал Христос. Но ведь дети, мы у них должны учиться импровизации естественности, как они общаются, как они смеются, как они реагируют, как они открыто воспринимают мир, вот то, что есть сейчас, не надумывая, не создавая концепций, а просто проживая во всей полноте. Поэтому я у детей очень сильно учусь, у меня много детей, которые приходят ко мне в качестве учеников, и могу признаться, что они меня учат. Да, вы учите их, они учатся у вас, я учусь у них. Да. Да. Вы знаете, ну это речь умного человека, потому что умные люди, они всегда учатся. Вы знаете, всегда, в любом возрасте. Да? Благодарна своему профессору. У меня профессор с удивительными корнями, это Серафима Леонидовна Могилевская, которая училась вместе с великим пианистом Святославом Рихтером у Генриха Нейгауза. И она, вот сейчас ей 99 лет, и когда я звонила ей по телефону, в полном здравии, в уме, в ясности, она со мной беседовала, она мне так продолжает говорить: «Ты знаешь, я всегда учусь у вас». Я говорю: «А чему же вы можете у нас учиться?» Она говорит: «А вы задаете вопросы, а я на них получаю ответы, ищу внутри себя и получаю». И вот человек, ему 99 лет, и она учится. Конечно же, я продолжаю следовать учителю. Нет предела совершенству. Но для того, чтобы и учиться у своих учеников, конечно, для этого нужно обладать и смирением, и терпением, и, конечно, любовью. И я думаю, что мы говорили о стихах, о любви. Я думаю, что сейчас настало время, чтобы, Мариночка, вы прочли стихотворение о любви. А мы послушаем. Очень короткое. Любовь, рождающая свет, без слез, без драмы, без надрыва, ей чужд земных страстей букет их своенравные порывы, в ней ясно все, и тишь, и звук сердец, и взгляды понимания, и диалог летящих рук над клавишами мироздания. Она спокойна и мудра, немногословна и нетленна. Любви заветная пора пришла, о, будь благословенна. Это тоже стихотворение, которое пришло к вам вот так, пришло, и вам пришлось просто его... Просто записала, и все. Прошлое его, просто его записать. Мариночка, вы знаете, все равно мы, конечно, живем в достаточно сложном... Ну, все, каждое время несет свою скорбь, безусловно, но сегодня время достаточно жесткое, и приоритеты сдвинуты, и люди озабочены другим, но, наверное, все-таки есть то, без чего невозможно прожить. Любовь, музыка, поэзия могут сказать, что они сегодня не нужны. Или нужны? Ну, вы знаете, любовь, она, наверное, та, которая в сердце, она, наверное, вообще может объединить всех людей.
Это сейчас так необходимо. Ведь любовь, да, это очень широкое понятие, но это любовь и к любимому человеку, и к матери, и к ребенку, и к своей родине, и к миру, к природе. И каждому человеку это чувство знакомо. Если люди начинают спорить или что-то отвоевывать, то я глубоко убеждена, это потому что им не хватает любви. И если этому человеку дать любовь, он почувствует это счастье внутреннее. Получив эту любовь, он не захочет что-то отвоевывать силой. Он захочет, может быть, договариваться или дарить друг другу. Должен дарить любовь. В конце концов, можно совершенствоваться именно в этом чувстве. Чувстве единства с миром. Потому что мы все до единого люди хотим любви. Все до единого. Дети. Даже те, которые совершают ошибки, не так поступают. Это потому, что им не хватило любви когда-то. И я глубоко убеждена, что при соприкосновении с вот этим прекрасным чувством, а уже через что, это вот у каждого какая судьба. Но человек любой растает. Помните, были концертные бригады, которые во время Великой Отечественной войны выезжали. Я до сих пор помню эти кадры художественного фильма, когда Гилельс играет прелюдию Рахманинова, и сидят солдаты, и в это время летит самолет бомбить. Вот, пожалуйста. А тем не менее, люди вставали из окопов, Шульженко пела, они вставали, шли за Родину и побеждали. И, конечно, музыка, любовь, вот это все нам просто очень нужно. Я думаю, что сейчас самое время послушать музыкальное произведение в исполнении Марины Матвеевой. Мы, слава Богу, с вами не в окопе, слава Богу, мы в хорошем, уютном, теплом зале. И тем более, давайте насладимся музыкой. Марина, мы сейчас прослушали осеннюю песню Чайковского. Сейчас зима, но тем не менее осенняя песня. Почему вы выбрали на ваш творческий вечер исполнение именно этой песни? Чем она близка вам? Конечно, удивительное произведение. Вообще, наверное, глупо спрашивать вас об этом, чем близка. Но раз уже спросила, отвечайте. Ну, вы знаете, я смотрю, как и многие музыканты, не только вот на времена года, написанные Чайковским, Гайдном там, и Вивальди, как смену сезонов, а это смена циклов рождения, жизнь, смерть, возрождение на новом уровне. «Осенняя песня», она такая, с одной стороны, печальная, элегическая, с другой стороны, она как, знаете, у меня образ интересный. Это душа, которая смотрит уже из другого мира на совершающееся, происходящее на земле. Это та душа, которая обрела мудрость, но она, обретя мудрость, сейчас уже ничего не может сделать. И она, прощаясь с этим миром, она дарит ему опять же свет свой, уже как звезда с небосклона. Вот как-то так я понимаю эту осеннюю песню. А потом идет зима.
А зима приходит к весне. А потом снова первые почки, снова листы. И снова расцветы цветы. Понимаете? И этот круг постоянно существует. Поэтому мне просто это близко, может быть, по тому стихотворению, которое я читаю до «Осенней песни». Потому что там о том, что душа музыка плачет тоже. И человек может не плакать, но душа его может плакать. И у Чайковского это очень хорошо передано. Но у меня сейчас даже больше вот это понимание, что это та душа, которая уже мудрая, которая много знает. И она, может быть, не вмешивается в происходящее, зная, что должно происходить. Не то ли произошло с Иисусом, который знал, что будет происходить, но он уже сказал: не я, но ты, пусть будет как ты. Вот мне эти темы тоже очень близки. Так, может быть, меньше нужно вмешиваться в жизнь, чтобы жизнь была более спокойной и более счастливой? Может быть, и ошибка людей в том, что они слишком вмешиваются в эту жизнь? Совершенно верно. Очень трудно найти грань, где я могу что-то изменить, а где я должен принять. Но если мы начинаем принимать происходящее в нашей жизни, как бы обнимая этот мир в своем сердце, то этот мир начинает с нами взаимодействовать с точки зрения единства. Мариночка, ну нельзя принять зло, или его тоже можно принять? Ну здесь уже нужно слушать, может быть, великих, Иисуса, подставить другую щеку. Наверное, оттуда идет это все. Очень глубокие темы. Да, конечно, оно существует как еще одна грань этого мироздания, бытия. Нам, людям, очень трудно его принять. Но поскольку оно как черные и белые клавиши, мы не можем играть только на белых клавишах, у нас и черные есть. Какую-то свою роль оно играет. Может быть, кому-то оно помогает, знаете, подняться выше. А камни под ногами не кляни, было у Натальи Спириной, что они превращаются в ступени. Может быть, так иногда бывает. Когда мы преодолеваем зло внутри себя, не позволяем ему раскрыться, а побеждаем его сами в своей душе, мы умножаем добро, так что ли? Мариночка, и еще стихотворение. Будьте добры. Пробуждение души в тиши, только ты никуда не спеши. Как цветок пробивает твердь, так и дух вічно жив. Не страшна йому смерть. Якщо ми навчимось радіти дню сьогоднішньому, то і завтрашній день подарує нам радість. Так вважає наша сьогоднішня героїня, викладач Миколаївського державного вищого музичного училища, поет і музикант Маріна Матвієва. Що день наступний нам готує, почуємо зараз. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 22 грудня Анни. Від Анни зима набирає розгін. Якщо цього дня йде дощ, вся весна буде дощовою. 25 грудня – святителя Спиридона Тримофунського. На Спиридона, хоч на вороб'їний скок, але таки прибуде дня. Якщо ніч ясна, зима буде холодна, а літо – жарке.